Мероприятия проходили в Красной Поляне. На встрече со словами благодарности и признательности выступили начальник полиции Сергей Огурцов, глава города Анатолий Пахомов, ветераны и сотрудники сочинской полиции. От имени коллег и жителей курорта родственникам сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, были вручены памятные подарки. Там же, в Красной Поляне, для приглашенных семей организовали экскурсию. В сопровождении мэра Сочи они осмотрели олимпийские объекты и другие достопримечательности.